самое паршивое место, наверное, после того, красиво поют птицы. Так, вот еще бревнышко лежит. О, какое гнездо. Александр в поиске. Так. Ну и что ты нашел? Трика. Ну это красивый перелифт. Здесь еще лучше. Да ладно тебе. Да, да. Вот хорошо. Шишки, ну это классика местная. Шишки? Да, кристаллы непрозрачные, хрусталя. Угу. Прям тут с поверхности подернул, развал жилы просто. Угу. Два клеща снял. Фу. Творение природы. Симпатичный перелифт. Ну, хватит вам кусаться. Так, ладно, надо выключить камеру. Нормальный образец вот у меня. В прошлый раз понравился халцедон. Тут вот яблочки. Красота. Александр тут уже наворочил у нас. Перелитки такие, конечно, есть, но такие. Так. А-а-а. Ну, скорка из халцедона все. Классика. Хорошо. А где тут камешек-то? Обойдем. Все, дорога.
вот в таком вот буреломе. А нам надо дальше. Черт. Вырубай. Поехали камень добывать. Этого гнуса, так ужас сколько. Ах, лосодроны. Отмывать только надо. Невозможно. Ну вот, кварцевая жила здесь идет. К бабкам не ходи. Здесь нет. О! О! Вот она. Вот она, черемуха. О! Самое простое осталось. Работать ее. Вот кварц лежала. Вот. Слышно его. Здоровый кварц. Надо работать, конечно. Да-да-да, надо вот это снимать. Это вот оттуда же. Ну вот минерализация началась уже. Что там, покажи. Так, все то же самое. Ага, ну ясно. Смотрите. Нет. Ты покажи, я отсюда сфотографирую. О, хорошо. Красота. Ага, все. Ну, в таком плане. Ясно. О, лучше засниму, как гема работает. Уральский труд. Ага. Брать нельзя. Там кристаллы. Вон их сколько. Ну что, принести тебе? Да я сам принесу, ты что? Не переживай. Пойду схожу. Ну мне его иначе. Да, интересные камни. Яблоки такие. Водички надо. Thank you.
Ну, полоска. Красивый. Домочек. Сквозь прокусываем. Так, надо кайлом поработать. Какой красивый камень. Ага. Где-то здесь была дорога когда-то. А вот и дорога. Вот. Сейчас там еще нюансы будут дать. Выбрались.